Девчоночки, всем большой привет! Хочу поделиться своими покупками из магазина Fix Price. Покупки были не запланированы, в принципе, ничего мне не нужно было в этом магазине, но как-то привезли нам новиночки, и много было средств, которые хотела попробовать. Первое, что я приобрела, это было очищающее средство для полов от фирмы Glens, лайм и бергамот. Объем у этого средства 1 литр, аромат у него довольно-таки свежий, действительно пахнет что-то таким цитрусовым, немножко бергамотом отдают, в принципе, нормальный аромат. Средство абсолютно ничем не отличается от того же Мистер Мускул, со всеми заявленными свойствами оно справляется на ура, поэтому не вижу разницы, зачем переплачивать. И, кстати, кондиционер я вам показывала в прошлом видео от этой же фирмы, тоже оказался неплохим, то есть довольно-таки сносным. Вот к этой фирме Glens советую присмотреться. Следующее, что я там увидела от компании Beauty, лак для волос очень сильной фиксации с провитамином B5 200 мл. Написано, что придает волосам объем и блеск. Ну, не знаю, как-то я его еще не тестировала. По аромату обычный аромат для лака. Ну, не сильно, конечно, такой раздражающий, но и неприятный, я бы так сказала. Не знаю по поводу того, склеивает он или не склеивает волосы, еще не тестировала. Но бутылочка такая приятная, небольшая, можно и с собой взять. В принципе, попробуем. Следующее, что нам завезли, это были тоники от компании Маграф. Никогда не пробовала эту продукцию, но видела очень много обзоров у девочек. Многие хвалят именно тоники. Решила я тоже попробовать. Взяла я тоник Баланс, оживляющий апельсин и зеленый чай. Здесь объем 200 мл. Ну, конечно, в пустых баночках я уже своим мнением поделюсь об этом продукте. Следующее, что я приобрела, ну, это довольно-таки стандартный набор ватные палочки. Здесь 400 штук, выгодная покупка, Aura Beauty, палочки неплохие, ну, обычные. И также я, как всегда, приобретаю ватные диски для лица. На этот раз взяла от такой компании Evita. Здесь 150 штук, абсолютно обычные ватные диски, но у меня, в принципе, никаких требований к ватным дискам нету. Для меня нормальные. Также увидела я новинку от компании вот такой. Это у нас щеточка для умывания. Сейчас я вам ее покажу. Выглядит она вот так. Сейчас многие косметические фирмы предлагают такие щеточки для умывания. Прорезиненная такая основа. Небольшие здесь такие щеточки маленькие. Ну, не пробовала еще. Ну, думаю, как бы ничем она не будет отличаться от многих других. L'Oréal такие есть. Очень удобно держать так двумя пальчиками и прорабатывать уже зону лица. Следующее, что я увидела, наконец-то нам завезли вот такие носочки для спа-эффекта, как здесь указано. Что это такое? Купила я две пары, сейчас вот на второй паре покажу. Вот упаковочка от нее взяла, беленькие и розовые. Значит, это идут такие носочки. Я бы сказала, на пяточнике. Выглядят они вот так вот. И здесь, где находится пяточка, здесь силиконовая основа. Как заявляет нам производитель, что эта силиконовая пропитка, основа, она позволяет крему для ног лучше усвоиться. И вот этот гель, он дает больше увлажнения ножкам. Ну, не знаю, еще не тестировала, не пробовала. Как бы многие видела, такие носочки хвалят, но о своем мнении как-нибудь расскажу. Дальше приобрела я станки для бритья, здесь 3 штуки за 49 рублей, думаю, довольно-таки приемлемая цена. Ну, конечно, не знаю, какие они по качеству, никогда не брала станки Fix Price, здесь как-то вот решила попробовать, почему бы и нет. Ну, посмотрим. Так, следующее, что я приобрела, это была вот такая игрушка, собираюсь я здесь в гости подружке. Вот как бы подарить ребенку, думаю, милое дело. Довольно-таки обычная. Кстати, она неплохо сделана, здесь даже с обувью идет. Довольно-таки приличная.
Так, ну и давайте уже перейдем к продуктовым покупкам. Увидела я наконец-то у нас вот такие вот мюсли ассорти. Здесь идет 5 штук. Девчонки многие хвалили их. Также я увидела у Юли Терехиной, она их очень рекомендовала. Тоже взяла на пробу. Вот такие здесь вкусы. Если что-то будет видно, то почитайте. Но, повторюсь, также я их не пробовала еще. Ну, так они выглядят, обычные мюсли. Так, следующие девчонки, что я приобрела. В принципе, никогда из фикс-прайса не ухожу вот без этого печенья. Это Криста Твиста с солью. Очень рекомендую, очень вкусное печенье по утрам с кофе. Я просто обожаю. Оно такое действительно солененькое, но приятное. Попробуйте. Взяла 2 пачки, как всегда, это у меня стандарт. Следующее, что взяла, это был сок, вот такой мой, персик, яблоко. Довольно-таки тоже хороший сок, вкусный, понравился. Ну, как-то про сок сильно рассказывать нечего. Да, и, кстати, это нектар. И следующее, я взяла, значит, шло 3 упаковки макаронных изделий за 49 рублей. Вот такие вот макароны, здесь 400 грамм, ни разу не брала, тут как-то вот решила попробовать. А в суп неплохо такие добавлять, вермишельки. Следующие. Уже вот такие вот. Ну, как-то это чисто вот добавлять куда-то в суп. Думаю, пойдет. И вот такие. Ну все, девчонки, вот такие покупки фикс-прайс у меня были на этот раз. Делитесь, что вы покупаете в этом магазине, что в вашем городе продают, может, какие-то фирмы, которые не представлены у нас, будет очень интересно. Все, подписывайтесь, комментируйте. Пока-пока!